По традиции, ежегодно в Красном Луче для творческих детей проводят фестиваль, приуроченный к православному празднику Рождество Христово. Его проводят на базе Краснолучской детской музыкальной школы номер 1. Городской этап Республиканского фестиваля духовной музыки «Звезда Вифлеема» состоялся по инициативе архиепископа Равеньковского и Свердловского Пантелеимона. В мероприятии приняли участие воспитанники детской музыкальной школы номер 1 и детской школы искусств номер 2. Коллектив первых классов учебно-воспитательного комплекса «Перспектива», ученики школы номер 11, вокальные дуэты Центра культуры и воспитанники воскресной школы при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Ребята исполняли духовные песнопения, колядки и сценки на рождественскую тематику. Выступления детей были наполнены радостью праздника Рождества Христова, светом и добром. После обширной программы члены жюри конкурса отобрали претендентов для участия в финальном гала-концерте «Звезда Вифлеема», который ежегодно организовывается силами епархиального отдела «Миссия, церковь и культура» совместно с отделами культуры при городских администрациях. Начиная с 2016 года фестиваль приобрел статус общеепархиального. По благословению управляющего Равеньковской епархией архиепископа Пантелеимона в каждом из благочиний проходят городские фестивали. Лучшие из номеров будут представлены на финальном гала-концерте, который в этом году состоится 24 января. В городе Лутугино.